минуты молчания началось сегодня утро более 300 волокжан. В 4 часа утра они пришли почтить память героев Великой Отечественной войны. Ровно 77 лет назад в этот день началась одна из самых кровопролитных и жестоких войн в истории. У мемориала «Вечный огонь славы» волокжане, представители областных и городских властей, депутаты, полицейские, спасатели, поисковики, активисты молодежных и ветеранских организаций. Имена павших героев волокжан, которые еще не внесены в книгу памяти, впервые прозвучали на центральной площади города. Младший сержант Соколов Арсентий Иванович, рядовой Трубкин Алексей Александрович. Цветы и свечи в память о павших в боях соотечественниках. Горящие огни сложились в цифру 22 и слово «помним». Помним тысячи волокжан, которые ушли с Вологодской земли на фронт. Более 180 тысяч из них погибли на полях сражений. Еще около 200 тысяч умерли от голода и холода. Ангелина Евстафеева, Вологда РФ.